Владимире Княже. Тебе памятник уже поставили. Много народу, холодновато. Вокруг, видимо, будет газон, но сейчас пока снег. Люди ходят и, кажется, проваливаются. Не очень обихоженно, хотя уже есть фонари. Гранит вокруг скользкий, но не очень. Поскользнуться и упасть мне не получилось. И другие, мне кажется. И еще никто не падал. Все приходят и делают селфи. Сегодня Инстаграм будет завален такими селфи. Празднично, хотя погода не очень ласковая. Но этот легкий небольшой снежок, покрывающий все вокруг, он, наверное, предвестник настоящей зимы. Вокруг очень много фотографирующихся. Пока, чтобы подойти к памятнику, приходится обходить всю площадь вокруг. И люди идут постепенно к памятнику и постепенно фотографируются. Сегодня много будет сделано хороших фоток, даже в эту не очень ласковую погоду. Добро пожаловать, Владимир. Thank you.